Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Смена первых лиц. Кремль назначил исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Замечания есть, но ситуация под контролем. На стадионе «Самара-Арена» побывала комиссия ФИФА. Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. Итоги работы и задачи на будущее обсуждали на заседании городского штаба. Фабрика чемпионов. В Куйбышевском районе Самары после реконструкции открылся стадион «Нефтяник». В Самарской области новый руководитель Дмитрий Азаров представлен как временно исполняющий обязанности губернатора. На официальной церемонии он рассказал о планах работы и намерении опираться на опыт прежних губернаторов. Олег Зверев продолжит. Формально это знакомство с новым руководителем исполнительной власти региона. Хотя многим Дмитрий Азаров уже знаком по прежней работе. Указом президента России он назначен временно исполняющим обязанности губернатора. Этот статус сохранится до следующего сентября, когда пройдут всенародные выборы главы региона. Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич представил его общественности. Дмитрий Ильич вернулся в родную область. У него есть понимание, что нужно сделать, какие сегодня вызовы стоят перед регионом, а это прежде всего подготовка к чемпионату мира по футболу. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу – одна из главных, но не единственная задача. Новому главе области предстоит выстраивать дальнейшую стратегию развития. По словам Дмитрия Азарова, он намерен использовать опыт предыдущих губернаторов. Уважаемые земляки, я не раз был свидетелем того, что руководители региона, завершая свою работу, получал в свой адрес массу упреков и незаслуженных слов в спину. Я предлагаю, чтобы эту традицию мы закончили здесь и сейчас. Чтобы все, что сделано предыдущими поколениями, руководителями, уважалось и сохранялось, приумножалось, и именно это даст основу развития нашего региона. Николай Меркушкин, возглавлявший регион последние 5 лет, переходит в администрацию президента. Он назначен спецпредставителем главы государства во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Многим нашим землякам он запомнился прежде всего конкретными делами. С благоустройством различных территорий нашей области, городов, сел, появлением новых объектов. Таких объектов, которых нет даже в городе Москве. Это наши школы новые, которые открыты в этом году. Преемственность в развитии сельского хозяйства. Если помните, мы в свое время начинали, вот картофель, горчинофризы и так далее. Потом нас критиковали, говорили, что это неправильно. Николай Иванович, как человек грамотный, хороший, он это все подхватил и развил. И сегодня мы видим результаты этого труда. Поддержка промышленности колоссальная. Конечно, развитие инфраструктуры спорта, особенно детского. И то, что мы вошли в пул городов, которые готовятся сейчас к чемпионату мира, это тоже во многом его лобби и его заслуга. Памятный подарок от депутатского корпуса вручил спикер губернской думы Виктор Сазонов. Сам экс-губернатор поблагодарил прежде всего свою команду за сотрудничество и всех жителей области за поддержку. Он пожелал преемнику успехов в работе. Я хотел бы Дмитрию Ильичу пожелать успехов. Он человек, на самом деле, самарцам известен. Он известен округу, округ его знает. Его знают, естественно, и в Москве, как активного члена Совета Федерации. И у него все есть для того, чтобы все сделать так, чтобы через какое-то время можно было сказать: да, мы свою миссию, все, каждый из нас, выполнил. Спасибо вам. А на кабинете номер 1 областного правительства уже новая табличка. Олег Зверев, Константин Головин, «События». Правительство Самарской области ушло в отставку. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление правительства. Пока не будет сформирован новый кабинет министров, все нынешние руководители ведомств будут носить приставку ИО. В губернской думе прошло первое заседание с участием временно исполняющего обязанности губернатора. Дмитрий Азаров отметил, что, работая в Совете Федерации, не терял связи с областными депутатами. Интересовался тем, что происходит в губернии. Поэтому времени, чтобы вникнуть в текущие проблемы, ему не требуется. Дмитрий Азаров призвал особое внимание уделить подготовке к чемпионату мира по футболу и строящимся крупным объектам. Региональный бюджет вырос, и вы знаете, что дополнительные средства, например, будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для нашего города, моста, о котором жители Самары, да и не только Самары, а еще полобласти, мечтают не один десяток лет. И, конечно, крайне важно, что ускоренными темпами достройка будет вести.
Предстоит очень большая и серьезная работа с правительством Самарской области, совместно с губернатором, работа по формированию бюджета Самарской области на 2018, 2019, 2020 годы. Это очень серьезный документ, который в конечном итоге будет отвечать задачам дальнейшего стратегического социально-экономического развития нашего региона. В Самару приехали участники 6-го операционного визита ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018». Делегация в течение 2 недель посещает стадионы в 8 городах-организаторах чемпионата мира, которые не принимали Кубок Конфедерации. Главная цель – на практике посмотреть, как будет организована работа во время игр. Что впечатлило иностранных гостей на самарском стадионе, расскажет Андрей Горгуленко. Чаша Самара-арены готовит основу для футбольного поля. На нее ляжет рулонный газон толщиной 30 мм. Поле после посева и врастания укрепят прошивкой специальными полимерными нитями. Такой газон является гибридным, что позволяет повысить его долговечность и улучшить внешний вид. Это весьма важно, ведь с любой точки трибун поле как на ладони, что и впечатлило иностранных гостей из Мировой футбольной федерации. Уже сейчас, находясь в чаше стадиона, можно представить, какая здесь будет атмосфера, особенно на матчах сборной России 1/8 и четвертьфинала. Обзор открывающийся с трибун будет очень хороший. Это настоящий футбольный стадион. Абсолютно со всех мест ощущается близость поля. Самарский стадион посетили участники 6-го операционного визита ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018». На стройплощадке сразу 9 экспертных групп. Они состоят из специалистов в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, логистики, работы СМИ и реализации билетных программ. Главная цель – обсудить на месте взаимодействие всех направлений во время игр чемпионата мира. У нас задача – это не выступить с критикой или взять на себя несвойственные нам функции. Мы не строительный контроль. Это больше рабочий визит, основной целью которого является оптимизация всех наших операций во время организации матчей. Здесь разные функции между собой решают, как они будут взаимодействовать. Задача делегации – достичь практических решений, которые позволят максимально эффективно построить подготовку к турниру. Все пожелания экспертов ФИФА, которые оставили гости после посещения арены, непременно будут взяты на карандаш областным правительством. Инспекционный визит ФИФА, он как раз и является главным действием, пожалуй, в тех ревизии сделанного и ревизии тех проблемных зон, которые существуют. Поэтому по итогам визита, по итогам подготовки отчета как раз можно будет считать, что мы с этой работой закончили. Сейчас на стадионе продолжаются работы по монтажу кровли. Параллельно идет нанесение антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола. Вовсю кипит работа и во внутренних помещениях. Там сейчас делают стяжку пола, штукатурят и шпаклюют стены, устанавливают двери и наружные витражи. На территории вокруг стадиона укладывают асфальт и проводят озеленение. Первые травинки пробиваются на тренировочных полях, которые уже засеяли. Там качество газона будет точно таким же, как и на основном футбольном поле. Сейчас на стадионе работают более 2500 строителей и 177 единиц техники. Готовность Самары-арены 70%. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. За оставшееся время нужно не только завершить грандиозные стройки, но и привести в порядок каждый забор и фонарный столб. Итоги работы и задачи на предстоящие месяцы обсуждали на заседании городского штаба. Подробности в нашем следующем сюжете. До чемпионата меньше года, и этот год войдет в историю Самары как время стремительного преображения города. На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре состоится традиционный парад памяти. Идет реконструкция Струковского сада и четвертой очереди набережной. Линия скоростного трамвая от улицы Ташкентская до стадиона будет построена в декабре, а в марте введена в эксплуатацию. Определены точки размещения билетных центров чемпионата. На заседании штаба, которое провел глава Самары Олег Фурсов, обсуждали не только масштабные проекты. Сейчас важно привести в порядок каждый забор, столб и тротуар, чтобы ложкой дегтя не испортить все, что было сделано. Во всех районах города идет ремонт фасадов зданий. Проведен детальный анализ. Подготовлены по квартальной визуальной развертке, утверждены мастер-планы по благоустройству въездных групп и гостевых маршрутах на территории Самарского района, в котором еженедельно в департамент градостроительства направляется информация.
Город участвует во всех областных и федеральных программах по благоустройству, строительству дорог и развитию коммуникаций. Но есть возможность получить дополнительные деньги, как раз те, что идут в бюджет внутригородских районов. Предприниматели, которые до сих пор уходили от налогов, должны рассчитаться с городом. Тогда благоустроенных парков, дворов и улиц станет больше. Конечно, мы будем помогать, будем искать ресурсы, но и вы, пожалуйста, при формировании районных бюджетов выстраивайте приоритеты. Мы с вами не добираем налоги в полной мере, поэтому наводите порядок, у вас полномочия есть. Реклама на фасадах, акцизы. Губернатор обещал 80% этих доходов отдать вам. Вот, помните об этом. Это дополнительные ресурсы, за счет которых вы можете и свой район в разрезе гостевых маршрутов, туристических привести в порядок. С начала года демонтировано более 220 незаконных рекламных щитов. За последние годы убрано 4000 ларьков и пивнушек. Владельцам автостоянок становится выгоднее легализовывать свой бизнес. А значит, не только получать доход самим, но и оплачивать налоги за пользование землей в черте города. А вот на что, пожалуй, все обратили внимание, за год в городе стало больше цветов. Самара сегодня стала действительно цветущей. Год назад Олег Борисович объявил, дал старт этой акции «Цветущая Самара». И вчера из уст почетных граждан города мы действительно услышали огромную благодарность за то, что Самара стала цветущей. Так держать. На улице вышли 175 автобусов, троллейбусов и трамваев. Город приобрел 98 единиц техники для благоустройства. Еще 85 машин поступит в ближайшее время. И стартует всеобщий ликбез по английскому языку. Бюджетники будут изучать за счет государства, коммерсанты – за свой собственный. У нас с понедельника как раз начинаются курсы для педагогов английского, которые будут потом обучать, так сказать, полицейских. Да? В том числе они же будут работать и с нашими муниципальными служащими, это с водителями, и мы предлагаем тоже для работников кафе, для продавцов магазинов. А вместе с тем для гостей чемпионата готовится культурная программа. В дни проведения мирового футбольного первенства будут работать театры, концертные площадки, выставки и туристические экскурсии. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. В Куйбышевском районе Самары открыт после реконструкции стадион «Нефтяник». Это основная база для школы Олимпийского резерва и для всех желающих заниматься спортом. На открытии побывал Олег Зверев. Команда молодости впервые разминается на новом футбольном поле. Стадион «Нефтяник» – основная тренировочная база для воспитанников школы Олимпийского резерва номер 6 в Куйбышевском районе Самары. Здесь они будут тренироваться и принимать соревнования любого уровня, благо современное покрытие поля позволяет. Ковровое покрытие здесь очень хорошего качества, поле в идеальном состоянии, дети очень рады. Стандарты данного поля позволяют проводить любые соревнования. Быстрее, выше, сильнее фабрика чемпионов открывается на городской окраине. После реконструкции стадион «Нефтяник» стал одной из самых современных площадок в городе для тех, у кого олимпийские амбиции. На открытии стадиона прибыли в Рио губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов. Реконструкция спорткомплекса началась в 2013 году. И вот спустя 4 года устроены трибуны и коммуникации, искусственные покрытия футбольного поля и беговые дорожки. Отремонтировано помещение для тренажеров и боевых искусств. Все сделано по самым современным стандартам. В 2013 году мы ходили вот по территории стадиона, заросшего бурьяном, с разбитыми трибунами. Знаете, не очень верилось, что здесь может быть все по-другому. Но мы наметили тогда цели, и я рад, что все задуманное реализовано. «Нефтяник» стал одним из обновленных спортивных сооружений города. Тренд на здоровый образ жизни сохраняется. За последние 4 года в Самаре построено 70 стадионов и физкультурных площадок. Власть заботится о том, чтобы у вас были все возможности для занятия спортом, чтобы вы росли здоровыми, успешными, счастливыми, чтобы вы ставили перед собой любые задачи – спортивные, образовательные, творческие – и достигали самых наивысших результатов. Дмитрий Азаров и Олег Фурсов оценили качество работ. Замечание вызвало состояние прилегающей к полю территории, где раньше были тренажеры. Понятно, что такой диссонанс, да, очень серьезный, в сравнении с тем, что здесь сделано, и здесь вот этот угол забыл. Средства значительные были, больше 100 миллионов, всего. Ну, здесь, конечно, хотя бы эстетический вид надо было привести. Недоработки будут устранены в ближайшее время, а в целом стадион уже живет полноценной спортивной жизнью. И ветераны, которые помнят его историю, надеются, что «Нефтяник» прославит новое поколение футболистов, борцов и атлетов. Мы начали играть в команде детский «Локомотив»,
И вот 63-й год, это первый год, когда большое мне пришлось играть на этом стадионе. Ну что, это вот радуется, все, глаза радуются, душа радуется. Наконец-то хоть вот в этом районе, который заслужил того, чтобы здесь этот стадион был уже давно, потому что здесь такие люди были воспитаны, которые пришли в крылья. Я надеюсь, что с постройкой вот этого стадиона нового появятся еще новые звездочки, которые потом будут сверкать в нашей любимой команде «Крылья Советов». Олег Зверев, Константин Головин. События. Испытание лестницей. Жители домов 15 и 15А по Волжскому проспекту не первый год обращаются в районную администрацию с просьбой починить ступени, которые соединяют Студенческий переулок и Волжский проспект. В чем неудобство и почему для решения проблемы пришлось обратиться к главе города, выясняла наша съемочная группа. Деревянная лестница, которая ведет от Студенческого переулка к Волжскому проспекту, пользуется у местных жителей, да и у всех самарцев большой популярностью. Но если днем здесь еще можно пройти, вечером это настоящая полоса препятствий. Эта лестница – единственная прямая дорога к магазинам и аптеке для жителей двух пятиэтажек. По сторонам от узких ступенек раскинулась практически лесная чаща, где вечерами собираются шумные компании и распивают алкоголь. Ходить здесь пенсионеры и мамы с детьми просто боятся. Я стараюсь по той лестнице ходить, потому что там посветлее. А здесь я боюсь, потому что у нас однажды было, у одной женщины сняли цепочку. Ночью. Освещения нету, да еще с нас вот берут квитанции, даже то, что нету освещения. Он должен, он прожектор, который он должен гореть, но он не горит на доме. Всегда раньше горел, сейчас никто за этим не смотрит. На сегодняшний день очень неудобные ступени, неудобен высокий подъем, нет площадок для отдыха. Со своей проблемой люди обратились к главе города. На личном приеме представители районной администрации рассказали, что на части лестницы установили новую, временную, и скосили часть зарослей. Глава города дал поручение в ближайшее время рассмотреть возможность ремонта лестницы. Либо ее приведут в порядок в рамках реконструкции склона у площади Славы, либо программы «Комфортная среда». Сметы вполне могут быть подготовлены до 1 декабря, я думаю, да, Дмитрий Геннадьевич? Да. Успеете вот за два месяца? Значит, с общественностью обсудить, как я говорил, подготовить сметы, тоже общественности показать. Вот. Ну а дальше включить их в программу. Жители поселка Кузнецов обратились к Олегу Фурсову с просьбой помочь выделить участок земли для установки детской площадки. На весь поселок есть несколько игровых снарядов, и те стоят на окраине. Обращение было, сделали площадку. Вся беда в том, что на самом краю поселка три снаряда, песочница 1,5 на 1,5, меньше, наверное, даже. Я лично туда ходил, все фотографии в обращении есть, чтобы все предельно понятно было. Там ни одного ребенка никогда не видели. Жители уже выбрали место для новой площадки и сами готовы помочь в установке. Глава города поручил районной администрации установить площадку до конца года. По-моему, 3 миллиона рублей. У вас есть денег из областного бюджета под общественно-социальные какие-то инициативы, там гражданские инициативы. Там как раз предусмотрено софинансирование. Но попробуйте до 1 октября такой пакет документов подготовить заявителями. И как раз в частном секторе такую площадку можно было бы уже в этом году построить. Еще один проблемный вопрос – остановка возле спортивного комплекса «Орбита». Самого павильона нет, и люди стоят практически вот так на проезжей части. А здесь у нас еще, знаете, почему проблема? Здесь сделали пешеходный переход, но так ливневка очень плохо работает, там же уклон идет. И там в осенний-весенний период вот такая вода, что люди, они просто вынуждены переходить прямо на проезжую часть и перед машинами идти. А Замаскину надо тоже поручение написать, чтобы он приехал, проверил ливневку. Там продул при необходимости, да, почистил и посмотрел, как организован сбор воды. Остановочный павильон установят до конца октября. В департаменте транспорта схема уже разработана. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, Василий Колдашов. События. 46 килограммов опасных веществ изъяли полицейские в Самаре с начала года. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в том числе совершают и те, кому нет 18. Способы борьбы с опасной торговлей и методы профилактики наркозависимости обсудили на совещании в Самарской мэрии. Алина Чемерис продолжит. Любимой площадкой наркодилеров давно стал интернет. Сегодня в Самаре рассматриваются около 20 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. В самом крупном из них 23 фигуранта, 13 эпизодов. По версии следствия, за время существования ОПГ через интернет-магазин сбытчики продали около 30 килограммов наркотиков. Сейчас предполагаемых виновников судят. Согласно данным полицейских, наркопреступность молодеет. И сегодня тем, кто продает наркотики, как правило, не больше 25 лет.
Пока одни пытаются продать или купить опасные вещества, другие встают на борьбу с наркопреступностью. Затем, чтобы товар не дошел до потребителя, следят и добровольные народные дружины. Они выявляют размещенную на фасадах домов рекламу наркотиков, участвуют в задержании тех, кто делает закладки. Ведется и мониторинг сети интернет на предмет подобного контента. В обязательном порядке еще выявляются места произрастания дикорастущей конопли и запрещенных растений. То есть в данный момент тоже выявляются. То есть каждый месяц составляются отчеты и отправляются в соответствующие органы. В городе большое внимание уделяется и профилактике наркозависимости. В школах проводят тематические уроки, марафоны здорового образа жизни. Важная задача – работать с семьями, чтобы о вреде алкоголя, табака и наркотиков дети узнавали не только от школьных учителей, но и от родителей. На контроле и информационная безопасность. Порой несовершеннолетние становятся жертвами не только наркодилеров. Организована работа по изучению связи несовершеннолетних с интернет-сообществами, пропагандирующих суициды, криминальную субкультуру, а также противоправные и экстремистские действия. На 26 сентября 2017 года нами выявлено 3 подростка. Мы знаем образовательные учреждения. С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Поведение данных учащихся взято на контроль. Наркотики в Самару пытаются провести и из-за рубежа. С начала года таможня предотвратила свыше 40 случаев ввоза опасных веществ в регион. Алина Чемери, Станислав Левин, события. Крепость с 300-летней историей. Археологические раскопки на Хлебной площади продолжают приносить сюрпризы. У крепости, которую нашли 3 года назад в Самаре, откопали деревянный фундамент. Строение 18 века было оборонительным рубежом города. На месте побывал Андрей Горгуленко. Деревянный фундамент – это все, что осталось от глиняной крепости 18 века. Тогда, по мнению историков, это был край города, и крепость защищала от недоброжелательных соседей. Ну а фундаменту удалось сохраниться благодаря тому, что выполнен он из сосны – дерева, которое не боится влаги. Крепость возвели в начале 18 века после серии крупных пожаров в Самаре. На 200 метров восточнее самых первых границ города. Длина защитной крепости была 400 метров. Строили ее из земли. Такой материал имел множество преимуществ. Шла Северная война, денег не было, ресурсов не было, и поэтому решили строить крепость земляную. Это было намного дешевле. На востоке, на юге России, европейской части России, в борьбе с кочевниками такие земляные укрепления были очень хороши. Весь участок раскопок на Хлебной площади 732 квадратных метра. Сейчас грунт вскрыт на 500 квадратах. Здесь были найдены пушечные ядра, и нательные кресты, и монеты петровских времен. Их пока не очищают, ведь можно уничтожить то, что поможет специалистам определить точный возраст находок. По документальным источникам крепость была основана в 1703 году. И, собственно говоря, цель этих раскопок – подтверждение самого факта основания этой крепости в данный временной отрезок. Затем все предметы будут переданы в музей, а грунт продолжит скрывать для более глубокого и точного исследования и анализа сооружений. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В Самаре проходит 3-й межрегиональный фестиваль «Волга-театральная». Всю неделю свои лучшие спектакли показывают самарцам 11 театров Приволжского федерального округа. Активно ли самарцы приобщаются к прекрасному, расскажет Марианна Мирная. Одна минута до 3-го звонка. Фойе театра «Самарская площадь» заполняется зрителем. Все в ожидании открытия 3-го межрегионального фестиваля «Волга-театральная». Мы говорим, что это праздник для нас, но это праздник и для нашего города. Потому что Самара – город театральный. Свидетельствует это и о том, что ни на один спектакль фестиваля, ни на одну площадку билетов уже нет. Вот это очень приятно. Честь открыть первый фестивальный день выпала театру «Самарская площадь». Давали «Вишневый сад». Далее на протяжении недели спектакли будут идти параллельно на разных площадках. Для Самары принимать фестиваль такого уровня очень престижно. Поэтому городские власти оказывают всестороннюю поддержку «Волге театральной». Это престижно для города, но самое главное, благодаря фестивалю нам удалось установить культурные связи со всеми субъектами ПФО. Это очень важно, потому что чем живет театральная общественность в Перми, в Ижевске, в Казани, в Нижнем Новгороде, нам доселе, как говорится, было неизвестно. Но фестиваль помогает окунуться в культурную жизнь этих городов и обогатить наше культурное пространство. Уверен, что этот фестиваль, как всегда, станет фестивалем открытий, фестивалем состоявшихся постановок, актеров. И я думаю, что всем вам, в первую очередь зрителям, предстоит еще одна неделя насыщенной театральной жизни. С чем вас поздравляю. Фестиваль продлится до 30 сентября. За эту неделю покажут 14 спектаклей. Их привезли из Казани, Ульяновска, Ижевска, Набережных Челнов. Главный приз фестиваля мечтают получить все, но важнее всего – с честью представить родной город и свой театр. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.
На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего вам настроения, отличных выходных, до встречи!